Луковицы Канны карликовой Хэппи Уильяма в период цветения станут настоящим украшением участка, притягивая к себе восхищенные взгляды. Низкорослый куст, высота до 50 см, будет усыпан цветками очаровательного лососевого оттенка. При этом невысокий рост не сказывается на размере цветков. У Хэппи Уильяма они в диаметре не меньше, чем у более высоких канн. Растение универсально, в силу своих компактных размеров одинаково хорошо будет себя чувствовать как в открытом грунте, так и в контейнере, украшая балкон, террасу или входную группу дома. Может использоваться в срезе для создания букетов. Канна карликовая Хэппи Уильяма – это многолетнее растение высотой 50 см. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Канна прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания канны прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает канна карликовая Хэппи Уильяма в месяц май. Цветок окрашен в лососевый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Весенний окрас листочков зеленый, летом цвет листьев зеленый, осенью цвет листьев зеленый. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.